Евгений Алексеевич, скажите, пожалуйста, что сейчас происходит на Украине? Мы с вами разговаривали 3 дня назад по этому поводу. Вы как бы объяснили, что это евроаншлюс Украины. Сейчас прошло несколько дней, и что изменилось? Немецко-американский аншлюс Украины такой же, как в свое время был аншлюс Чехословакии, Австрии. То есть это обычная историческая ситуация, когда с помощью пятой колонны, точно так же, как и в те времена, при поддержке большинства международного сообщества, как и в те времена 30-х годов, происходит захват государства с целью колониальной эксплуатации. Вы обратите внимание вообще, что требует путем ультиматума, как и тогда. Абсолютная аналогия. Значит, посмотрите, что требует от Украины подписать. Украина требует подписать 300 листов текста. В тексте написано, создается специальный орган, даже два органа, называются они комиссии, фактически речь идет о создании совместного правительства европейского, то есть немецко-украинского, которое будет управлять территорией Украины в сфере налогов, транспорта и связи, социальных вопросов, частично государственного строительства, то есть все основные вопросы будут управляться совместным правительством, на самом деле колониальным правительством из-за рубежа. То есть на Украине вводится прямое европейское управление. Причем просто так, на ровном месте, без взаимных каких-то, что, допустим, Украина за это что-то предоставит. Просто приказ. Вводится совместное правительство. Это правительство будет осуществлять функцию прямого управления на Украине вот по этим вопросам. И для чего? В тексте проходит для чего? 5-6 раз поднять цены на целый ряд услуг, электричество, газ и так далее. В 2 раза уменьшить жизненный уровень, то есть деньги с Украины изъять, которые у людей в виде социальных расходов в государстве, и перекачать их в Европу. То есть это чистое, называется исторические репарации, контрибуции. То есть вводится правительство, задача перед которым резко снизить жизненный уровень украинцев для цели повышения этих денег, перекачки этих денег в Европу. В чистом виде колониальное управление для цели колониального управления, эксплуатации. Второе. Подписывать, так называемое, подписывается присоединение Украины так называемому Римскому протоколу. Римский протокол – это юрисдикция европейских судов над украинской территорией в чистом виде. Это вот как раз тот самый Гаагский трибунал входит в понятие Римского протокола, по которому был осужден Милошевич и целый ряд руководителей разных стран, ну, прежде всего, Югославии. То есть Украина официально заявляет о потере суверенитета в судебной системе. А разве мы не подчиняемся сейчас Гаагскому трибуналу? Не подчиняемся Гаагскому трибуналу. Мы связаны с Гаагским трибуналом, Россия, частично. Но решение принимает Россия все-таки, национальная юрисдикция. У нас суд по правам человека над нами приоритетным. Гаагский трибунал, Римский протокол нет. Украина подчиняется. Что это значит? Это значит, что любой гражданин Украины, который европейцы, то есть немцы, посчитают, что он нарушил европейское законодательство, не украинское, подлежит изъятию с украинской территории, выдворению, например, в Гаагский трибунал, а там суду. Это может быть Янукович, Азаров, депутаты, любой вообще гражданин Украины, в принципе, да, то есть вводится норма, прямая репрессивно-оккупационная норма, когда можно взять любого гражданина, посчитать, что он нарушил законы Германии и судить его на территории другой страны. И Украина под этим подписывается. Причем интересно даже в то, что немцы не первый раз это предлагают Украине, они на Украину давят в течение 20 лет, и уже даже есть решение Конституционного суда Украины 2001 года, который говорит, что это категорически противоречит украинской конституции. Тем не менее, сейчас выкручивают руки, чтобы Украина это подписала. То есть это в чистом виде аншлюз. Исторически так это будет всегда и названо. Но теперь текущая ситуация. Соответственно, пятая колонна, которая была и в Чехословакии, и в Австрии, по команде Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, при их прямой поддержке, и не случайно, кстати, здесь уже и НАТО заговорило о военной поддержке пятой колонны на территории Украины. Было соответствующее совещание НАТО. И НАТО говорило о том, что да, мы планируем в будущем на Украину ввести войска. То есть не просто оккупация через пятую колонну, но и ввод войск, как Гитлер вел в Чехословакию или в Австрию. И этот договор открывает дорогу для иностранных войск на территории Украины, как он открыл в свое время для Прибалтики, где введены иностранные войска в чистом виде, НАТО, войска НАТО. Так вот,
Да, ну, естественно, в рамках этого правительства ликвидация украинской промышленности, и много чего, об этом многие говорили, я об этом даже не буду говорить. Что происходит сейчас? По команде Германии и Америки, пятая колонна, во главе которой порядка 3000 боевиков, о которых говорил представитель правительства Азаров, это в чистом виде боевики, пока они не носят цепи и железные ломы, но ясно, что у них оружие готово, да, то есть они захватили часть здания государственной власти в виде мэрии и там засели. Но когда они попытались захватить президентскую администрацию, правительство, реально их удержали несколько десятков молодых парней-призывников, там 18-19-летние парни без спецзащиты, то есть без бронежилетов, без какого-то оружия, против которых были брошены профессиональные 30-летние боевики, подготовленные в международных лагерях с цепями, с железными палками. Они их били, 150 человек, молодых просто пацанов, пострадали в результате, там у них разбиты головы, там все что угодно. И тем не менее, они стояли и выстояли. Это, кстати, как раз показывает, что русские и украинцы одно и то же. То есть это чисто русская черта, стоять, несмотря на то, что очевидное превосходство врага. И благодаря этому вся информационная кампания рухнула у американцев и у европейцев. То есть против их армады, гигантской вот этой репрессивной машины Германии и Америки, несколько десятков молодых 18-летних призывников Украины встали и выдержали этот гигантский натиск. И тем самым всю идеологему разрушили. И захват мэрии, он бессмысленен сам по себе, без продолжения захвата администрации президента и так далее. Потому что мэрия, это тепло, свет, обеспечение города. Ну, посидят они там пару недель, а в городе начнутся перебои с теплом, со снабжением. И просто замерзающие старики придут и выгонят этих боевиков из мэрии, так по-русски говоря. Потому что город остановится в своей жизни. Главное решение – это администрация президента и правительства. Их пятая колонна захватить не успела, не смогла. Вот благодаря этим пацанам. Зато они захватили Дом профсоюзов или Дворец спорта? Это не важно. А, ну они там формируют свою власть, свое правительство. Это не важно. Это не получится. Потому что они не захватили главные институты власти. Захватили промежуточные. Причем в области социального характера. Да? То есть сидеть долго в мэрии они не смогут. Просто объективно. Захватить администрацию они попытаются. Вот сейчас они готовят вторую волну по регионам, из-за границы, из Прибалтики, из Европы, из Германии в том числе, из мусульманских стран через Крым. Туда сейчас подтягиваются боевики, чтобы попытаться сделать второй захват. Но я думаю, что это уже не получится. То есть второй захват им, скорее всего, не получится. Они не сумели безоговорочно победить в информационной войне. И вот как в свое время в Грузии, в Осетии, их сдержал российский миротворческий батальон, который, в принципе, должен был уйти, не должен был умирать. А он принял решение умереть. Вот так их сдержали вот сейчас несколько десятков молодых украинских парней, призывников, которые вот встали, и просто часть из них получила жесточайшие травмы от боевиков, но они удержали. И они переломили всю вот этот информационную кампанию и показали, что вот это агрессивные банды немецко-американские пятой колонны, это вот в чистом виде бандиты, которые хотят просто захватить страну. И эта ситуация изменилась. Да, они еще какое-то время трепыхаются. Если у них, конечно, не получится второй реванш, который в ближайшее время будет, когда Украина начнет подписывать договора с Россией. Если им второй реванш не получается, им придется из мэрии уходить. Уход из мэрии пятой колонны оккупантов, карателей, будет означать поражение Соединенных Штатов Америки и Германии в их идее аншлюса Украины. Поражение будет означать, маятник пойдет в обратную сторону. То есть национально-освободительное движение Украины и России фактически, как отбили в этом случае иностранное вторжение. Это будет означать, потому что Украина защищает в том числе и Россию в этой ситуации, это будет означать, что маятник пойдет в другую сторону, и у Путина будут развязаны руки, опять же после Олимпийских игр, потому что это более такой длинный процесс, не мгновенный, развязаны будут руки для того, чтобы реформировать Россию на суверенитет, и тем самым спасая и Россию, и Украину. То есть, ну как это часто бывает, вот это военно-политическое счастье, оно переменчиво. Еще 3-4 дня назад мы видели, что мы катастрофически проигрываем, но благодаря вот этим нескольким десяткам украинских солдатиков мы видим, что ситуация переломилась. Если американцы ее не переломят еще раз,
Путина опять победит, как это было в свое время в Сирии. Это создаст условия для резкого развития национально-освободительного движения в России, в том числе для замены Конституции и исключения из нее пунктов об иностранном управлении. Сегодня это главный вопрос. Кстати, мы об этом не говорили, но пункты об иностранном управлении существуют не только в Российской Конституции, но и в уставах и конституциях 65 субъектов Российской Федерации. Поэтому для национально-освободительного движения сегодня задача стоит не только очистить Российскую Конституцию от статуса колониальной страны, то есть от колониальной конституции, колониального листка управления, но и очистить 65 уставов и законодательных актов высших субъектов Российской Федерации от такого же иностранного управления, которое там заложено. И мы сейчас вот этой мощной кампанией национально-освободительного движения постепенно и начнем заниматься. Естественно, при аккуратной поддержке Путина. Ну а вот смотрите, по Украине вы говорите, что там во власти агенты, которые как бы сдаются, да, правительство. Но если они не сдали администрацию, значит, не все там агенты, получается. Вот смотрите, на оккупированной территории любой. Есть бургомистры, которые за партизан, а есть бургомистры, которые за оккупантов. Конечно, у Украины нет суверенитета. Если бы у него был суверенитет, сегодняшние события были бы невозможны. Идет борьба. Идет борьба национально-освободительного движения на территории Украины, как и на территории России. И на эту борьбу сильное влияние, моральное, прежде всего, оказывает Путин. Естественно, как лидер всего постсоветского оккупированного пространства. Это тоже очевидная вещь. И в этой борьбе, вот в этих балансах, ну почему должны обязательно проигрывать национальные силы? Да, они терпят поражение, да, они вот как наша советская армия отступала, до Сталинграда отступила. Но где-то удачная операция, где-то неудачная, идет именно пространство борьбы. Но победа в этой борьбе будет там, на чьей стороне окажется народ. На стороне оккупантов, власовцев, агентов, и грантополучателей, и предателей, или на стороне национально-освободительного движения национальных сил. Но так же было и в 1941-1945. Так же было во все годы, не только оккупация России, которая испытывала, сейчас шестая оккупация, но за те сотни войн, которые она вела. Решающее слово за народом. На чьей стороне? На стороне своей родины или на стороне предателя? И это касается и Украины, и России. На Украине баланс предателей больше, чем в России. Это правда. Но это там не значит, что там нет национальных сил. Вот эти 20 солдат, это и есть национальное освободительное движение. Это герои национального освободительного движения Украины. Такие же, как в свое время были герои во время Великой Отечественной войны. Ну хорошо, а как людям-то разобраться? Им вроде как бы кажется, что Европа это хорошо, да? Им же не говорят всей правды всех вот этих соглашений. Гитлер говорил, что Европа хорошо. И Гитлер говорил, что мы привезли вам европейские ценности, европейскую интеграцию на оккупированной территории Украины. Да, европейскую культуру. Пусть почитают соглашение, которое от них требует Германия. С Америкой. От них требуют соглашения уничтожить Украину. Там в соглашении написано экономически, для начала. Раз экономически, значит и культурно, и политически, и физически. Там открыто проходит соглашение, что мы планируем, что с Украины уедет треть населения, как с Прибалтики уехало. Ну какой? Это Гитлер так говорил. И Гитлер собирал людей, отправлял их на работы в Германию. Все то же самое. Исторический контекст не менялся никогда за последние тысячу лет. Ну, почитайте обычный исторический роман. Дюма почитайте, в конце концов, если не хотите читать учебники истории. Ну, Дюма не писал про первую. Дюма писал тоже об отношениях между государствами и политических интригах. Разбирайтесь, это же ваша страна, вам в ней жить или умереть. Но это сложно, это надо время, это надо разбираться, это надо думать, это надо читать соглашение, это найти где-то написано. У нас, в том числе, мы его специально вывесили на портале НОТ с выделениями, чтобы каждый мог почитать и посмотреть. Но это, еще раз говорю, от этого зависит жизнь. Вот вы читаете, когда вы договор в банке заключаете, чтобы деньги взять? Иногда читаете? Иногда. Некоторые. Ну да, если не глупые люди. Да. Так это важнее в миллион раз, потому что от этого зависит ваша жизнь. От этого зависит, у вас будут события, как в Сирии, и убьют вас лично, и вашу семью, и ваших детей, или нет. Но найдите пару часов, в конце концов, на родину. Я думаю, что Россия, а под Россией, я понимаю, широкое пространство, Русь, куда входит и Украина, и Беларусь, она, несмотря на вот толпу предателей, грантополучателей, агентов, власовцев, она выстоит. И вот за событиями на Украине мы видим, что даже там, где влияние американцев и немцев наиболее сильно, сильнее, чем в России. Даже там есть здоровые силы, которые
благодаря опыту наших дедов, прадедов, наших предков, умеют сопротивляться оккупации и умеют побеждать. И я уверен, что победим мы, как это было всегда в нашей истории опять. Но для этого надо мобилизовать все силы на национальное сопротивление.